А это неправильно, Сережа! И мы остаемся, как правильно танцевать! И первое движение, которое мы с вами сегодня выучим, будет называться «Уйми гламурную сумочку!» Сережа, ты что делаешь, блядь? Отгонял собачку? Как? Уходи, песик, уходи. Это же неправильно! Сейчас я вам покажу, как это правильно сделать. Сережа, покажи, как эти движения делать правильно. Да. Следующее движение, которое мы вам сегодня покажем, называется «Спахай целину». Как символ крепкой дружбы целина. Сережа, да ты уебал! Сейчас я вам покажу, как это делать правильно. Сережа, теперь ты понял, как это делать правильно! Кахми. А теперь мы покажем, как эти движения соединят! Но сначала мы подберем музыку! Как же правильно? Не пойму, блин. Как же вам делать? Саня, ты что делаешь?